Так, короче, получается, я зашел на грин, мне выдали админку на 4-й уровень, получается, небольшой скандал терешел, и поэтому сейчас я буду банить Левонтия Тесса, сначала пробью офф-гет, понятное дело, и потом пробиваю офф-бан, все, чатик полетел, получается. Всем привет! И в этом видеоролике я решил пранкануть весь сервер Green на Advance своим снятием за слив админки. Я долго думал, что можно снять такого, чтобы взбодрить админский состав. И придумал своеобразную роль куратора, который влетит и внезапно забанит единственного ютубера на сервере Green за надвигающийся слив. И затем начнет строить всех админов по всяким глупым косякам, которые сам же и будет выдумывать. Ролик получился интересным, вводимый промо, играя на Advance RP Green. Так, я уже зашел на Advance, я сейчас должен, получается, зайти в безопасность, привязать свой номер телефона, или он привязывается напрямую. Понял, я должен зайти не сюда, я должен зайти туда. Так, короче, получается, я зашел на грин, мне выдали админку на 4-й уровень, получается. На 4-й уровень админки мне выдали аккаунт Iron Torres. Сейчас я буду, получается, выдавать бан своему аккаунту Левонти Теслу, потому что на форуме я писал, что буду сливать эту админку, если соберется 10 тысяч лайков на форумнике. Я хочу устроить вокруг этого небольшой скандал-шоу, и поэтому сейчас я буду банить Левонти Теслу. Сначала пробью офф-гет, понятное дело. Офф-гет или как там? Гет? Просто гет. Левонти Тесла. И потом пробиваю офф-бан. Офф-бан Левонти Тесла. 30. Слив. Снят. Попытка слива. Так. Get. Левонти. Тесла. Пробиваем. Скриншотим. Все, чатик полетел, получается. Чатик конкретно полетел, потому что никто не знает, кто я на самом деле. Я забанил аккаунт, и сейчас мы посмотрим вообще, что в целом происходит. Аккаунт я забанил, 100% он сейчас в бане. И прямо в этом общем чате высветилось то, что снят за попытку слива. Но на самом деле попытка слива вообще никакой не будет. Футкиви Трэш пишет, что я красный админ, заработаю, будет слить в серверах. Это просто супер. И сегодня мы будем эту вообще, в принципе, историю отыгрывать, потому что никто не знает о том, кто я. Очень будет круто, что никто не знает, кто я на самом деле. И поэтому будем отыгрывать за этот аккаунт. Так, и наконец-таки я теперь буду вступать в свои основные непосредственные обязанности, поскольку мне приходится сейчас общаться и с админ-составом, соответственно, и выяснять, в принципе, что происходит у нас. Вот видите, Мэтью Атвуд, то есть, пишет в админ-чат, что типа признавайся, выходи с аккаунта Торуса, я разгадал твой пранк и так далее. Мне непонятно, почему так сделано, потому что у меня стоит VPN. VPN, и вроде get мой никто не чекал. Мне интересно, как так выходит и почему это так действительно. Но я буду отыгрывать роль красного админа. Красные админы зачастую в чаты, в принципе, не пишут. Поэтому мы будем делать сейчас что-нибудь на сервере и пытаться как-то отыграть комедию, что я действительно администратор, какой-никакой, и пытаюсь все-таки следить за серваком и устанавливать свои, так сказать, порядки, которые мне диктуют Ринга и Смарт. Здесь я телепортировал администратора 4 уровня и начал спрашивать, сливал ли он админку Левонтия Теслу вместе с ним, и является ли он его другом, товарищем или соратником. Потому что Эдвард Чапман мне часто пишет на форумнике различные записи, и типа Аарон Торрес сделал такой вывод, что мы типа крыша, и Эдвард Чапман знал о сливе, но ничего не сказал об этом. Я немножечко пописал, но реакции, к сожалению, никакой не было. Потом на сервер нежданно-негаданно влетает Смарт Джексон и просто сидит в спеке за каким-то игроком. Скорее всего, он следил за мной, потому что Лёша 100% не знал о том, что мне выдадут админку для съемки контента. И он реально думал, что кто-то слил админку, кто-то зашел и забанил. Он решил разобраться в этом, наверное, по просьбе других олдовых игроков, которые сейчас стоят на админке. Но я типа сделал вид, то, что я с Лёхой, и написал ему, типа, что забанил его, то есть Левонтия Теслу. Ну раз мы здесь все в сборе, с учетом моего руководства, зовут меня Андрей, я буду следить за Грином и другими серверами понемногу.
Гайз, ГА это одно дело, а другое дело, когда за вашей работой следит абсолютно независимый человек не из вашей команды. Если я буду видеть какие-либо нарушения по типу игнор репорта шалопайничества, то пеняйте на себя. Просто буду выдавать минус уровень админки от имеющегося, либо предупреждения. Вот здесь я нашел, конечно, отличное раздолье докопаться до админов, потому что они после, значит, стрелки у якудзы, да, была стрелка между лякозаностро и якудзами, они стояли на крыше, иначе фоткались, там прописывали какие-то свои фам-теги, да, и я решил до них докопаться, почему они стоят с админами, они МГшат и им не выдают мут. Конечно, прикапываться к этому не нужно, потому что это был полнейший бред, такое делать разрешено, считайте, это НРП-ситуация, а тут я прикапываюсь и делаю из этого всего РП-ситуацию, типа они стоят, фоткаются и МГшат. Я решил докопаться до админа, почему они не выдают мут, и у них, конечно, жестко подгорело на меня в первый же момент, в первую же ситуацию. Админы начали писать, что за это мут мы не выдаем, а потом кому-то все-таки выдали мут и сказали то, что так надо было, типа. Вот на этом все и закончилось. Это пока что такая лайтовенькая ситуация, сейчас идем дальше. Потом мы начали ссориться с админами, я им пишу, что за это чистый энтузиазм, между прочим, им дают 100 донатов за каждый плюс уровень на админку, и все, просто смотрите. Почему у вас лидеры перед ГОСКО в репорт не предупреждают о ней? Почему? Потом одна из админш чекнула мои реги, я решил спросить, а для чего они это делают, потому что это реально было подозрительно. В итоге она пишет, что пробила на твой адрес, мне это стало непонятным, и просто следим за чатом. Розетта ВД и Данте Паладина будут понижены. Все, чисто за чат реков я понижаю людей. Пишу всем хорошего вечера, у них, понятное дело, такая реакция, и смотрю, что сейчас будет. Просто начинают писать и входить в чат все админы, поддерживая их, типа, F, а за что? Начинают ржать, обзывают меня ЧСВшным и все такое. А я просто как куратор выхожу из этой ситуации очень ловко и понятно. Ну, конечно, так себе получилось у нас потроллить админов, потому что они закаленные. Потом мы с Мишей сообщили о том, что это был пранк. Безусловно, куратору я побыл всего денек и решил просто потом разлогиниться, сказать то, что это был пранк. Реакции получились сочные, интересные, видео получились тоже более-менее, поэтому поставьте лайк, подпишитесь на канал, если вам понравился проект, на котором я играю, то переходите по ссылке в описании, начинайте игру вместе со мной, вводите мой промокод, и всем пока-пока.